В преддверии 20-летия Астаны в Кызылорде состоялся областной форум патриотов. Традиционный форум собрал людей, достигших вершин своей профессии – врачей, учителей, деятелей культуры, представителей бизнеса, спортсменов, студенческую молодежь. Главным событием стало вручение почетного знака «Патриот года». В числе награжденных заведующий отделением областной станции скорой медицинской помощи Софья Аужарова. Профессионал своего дела, она не раз вызволяла из рук смерти больных в тяжелой коме, пострадавших в ДТП. В этой сфере работает 25 лет. За это время многим больным оказали первую медицинскую помощь, спасли от смерти. Спасибо за награду. Это самая высокая оценка труда всего коллектива областной станции скорой медицинской помощи. Каждый из награжденных знаком «Патриот года» достоин уважения. Инспектор ДВД Баужан Нуржанов вынес из огня двух малолетних детей. Учитель Казалинской 266-й школы Мирамбек Жакупов спас 76-летнюю бабушку. Майя Наримова занимается благотворительностью. Саат Пек Куанышпекула несколько лет назад попал в аварию и с тех пор передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на это, с группой волонтеров он активно помогает попавшим в сложную ситуацию землякам. Стал чемпионом страны по особым танцам. Патриот – это значит верно служить родной земле и своему народу, быть примером, помогать нуждающимся. Несмотря на трудности, я их преодолел и стремлюсь к совершенству. Занимаюсь особыми танцами, лауреат премии акима города Самгал. Поздравляю всех с наступающим юбилеем столицы. Корреспондент областной газеты «Кызылординские вести» Кирилл Денисов заслужил уважение преданностью родной земле, уважением к языку своей родины. Победитель республиканского конкурса «Тель Парасат» настолько хорошо знает казахский. Я родился, вырос в этой земле, в Приорале, воспитывался здесь. Казахский язык для меня стал родным. Я не то чтобы его продвигаю, я просто знаю его, говорю на нем, и мне это нравится. Почетным знаком «Патриот года» за мужество и особую доблесть за активную гражданскую позицию отмечены 15 кызылординцев. В их числе и те, кто ежедневным трудом и добрыми делами вносит свою лепту в развитие региона. Это представители различных сфер – здравоохранения, образования, силовых структур, лидеры ведущих общественных объединений, спортсмены и другие. У казахов есть священное понятие «азамат», означающее не только наличие паспорта и гражданства, но и беззаветное служение родной земле и горячую любовь к ней. Патриотизм – высшая вершина этого понятия. В преддверии 20-летия Астаны мы можем с уверенностью сказать, что у нас есть такой азамат – лидер нации и пример для всех. Патриотизм, говорилось на форуме, надо воспитывать с малых лет. Любовь к родине берет начало с уважения к родителям, старшим, к окружающим, к родному языку, традициям и культуре. Айгуль Аханова, Алпамыс Ашербеков, Турихан Кожахметов, телеканал «Кызылорда».